Саня, ну-ка улыбнись. Это у нас медведи чудят. Да конечно, он тебя не грыз. Саня, тебе заднюю сидушку не порвал, смотри, как была деревянная, так и есть. Он, скорее всего, на крышу, да? Провалился нахуй. И давай ломиться оттуда. Это блядь, хорошо под шланг отстал. Это было или он? Ну, наверное, через капот так было. У меня залез через капот, видел целый, ебаный, брат. Не могут русские делать. Русские могут, он провалился, съебался. Он испугался, салон. Это он в твоей провалился, блядь, потом обиделся, потом наши хуярить. Я только лобовую, блядь. Да и сидушки, и салон, можно сказать. Ладно, ладно, не психуй. Бля, чё, вы сейчас, блядь, везде в YouTube выкладываете? Да, ну я, у меня... Ты для Светки снимаешь. Да, вот тут под лобовуху заебёшься давить, нам. Да, не, блядь, пиздешки. Это японский салон первого качества. Я хоть ногами выпрямил этот потолок. Добрался до задней сидушки.